Друзья, всем привет! Не так давно заказал еще одну полочку. Модельки уже просто не влазят. Еще куча моделек в коробках. Буду все сортировать, расставлять. Под весом моделек полка должна выпрямиться. На крайняк еще на один дюпель сделаю. Короче, вот пришло около 80 или тут 90 моделек. Короче, дофига делать обзоров. Как я с этим всем справлюсь, я не знаю. Короче, решил по несколько роликов выкладывать. Раз в день, через день. Ну и потихонечку все выложу. Немало, конечно, времени уйдет на это все. Буду делать коротенькие обзоры. И потихоньку выпускать. Так, это у меня всякие гринлайты, автоволды, Джонни Лайтинг. Гринлайты я для себя понял, что я очень буду разборчив в покупке данных моделей от гринлайта, потому что большинство из них просто шлак. Но есть более-менее нормальные модели по качеству. Вот, в общем, будем все распаковывать, снимать, расставлять. Так что подписывайтесь на канал. Всем удачи!